Олег, скажи, пожалуйста, мы сейчас сняли работы двух авторов, Светы Тен и Тимура Карпова. Как ты к этому относишься? Я нашел, что здесь не место, видимо, для этих работ, вернее, эти работы не для этого места, потому что формировалась эта выставка двумя кураторами совместно, из Петербурга и из Узбекистана. И оба куратора приготовили очень-очень хорошую выставку в Узбекистане об искусстве молодой фотографии. Представлена она была шикарно. Было куча отзывов. И мы это все отзывы на видео записывали, у нас они хранятся. Все только положительные, все рады были. Даже прозвучало, что когда что-то знаешь, а потом в итоге видишь, что хуже или лучше, там какое-то впечатление меняется. А здесь они ничего не знали, и когда увидели, им очень дико понравилось. Я в восторге, я же говорю. А то, что здесь мы не стали менять всю выставку, мы как ее выставляли в Минске и в Лубличе, она была представлена, но, к сожалению, в последний момент она была вывешена и опубликована, грубо говоря, для руководств разных. Руководство, конечно же, согласовывало все заранее, но не ожидало как бы видеть какие-то детали, что, в принципе, раньше было представлено. К сожалению, видимо, мелко было или что. В таком формате большом никто не смотрит. И были маленькие терки, конечно, мы сейчас с куратором, с Ольгой Корсуновой и с Эмидой Ахмедовной пришли к какому-то согласию, чтобы не портить открытие, но и в то же время все-таки выставиться и начать как бы работать дальше в этом направлении. Менять взгляды мы как бы вряд ли уже сможем, мы так выросли, мы такие, какие есть. Мне, конечно, жалко, лучше бы мои работы сняли, потому что там действительно сильная работа, концепция выдержана. Олег, вот смотри, прости, что я тебя перебиваю, ты говоришь, зачем мои работы сняли, то есть ты против цензуры? Ты против цензуры? Цензуры? Цензура не то слово, просто как бы есть определенные рамки, вот даже для нас, нон-формат, есть какие-то рамки пока что, через которые нам не стоит сейчас переходить, пересекать, мы сами пока не готовы. Не все из нас готовы. А почему? Почему не стоит переходить через разные рамки? Люди здесь вот, а нафиг эти рамки нужны вообще? 10 человек. Смотри, Олег, ты бы снял бы свои работы? Ты против этого всего? Ты забрал бы свои работы? Если про мою работу говорить, то... Или ты бы оставил бы ее, то, что есть. Здесь. Я здесь не дорисовывал. Это то, что есть. Ты, это документальный ты фото. Как я могу быть против? Согласен с тем, что вот сейчас происходит с этой цензурой, и ты бы оставил бы свои фотографии здесь? Нет, я честно говоря, не согласен. Давай тогда снимем твои фотографии. Держи. Давай снимай. Я сейчас не хочу, чтобы ты переживал вот так сильно. Все, я понял. Ты хочешь оставить свои работы. Я хочу и твои оставить. Но они не висят здесь, к сожалению. Идем дальше. Стас, идем к твоим работам, пожалуйста. Идем, Стас. Мы сейчас тебе зададим пару вопросов. Спасибо большое. Стас, скажи, пожалуйста, как ты вообще относишься к тому, что работы Светланы Тен и Тимура Карпова были сняты в последний момент? Что это ты его убил? Это... Я там стою, жду тебя. Сейчас, подожди секундочку. Как я к этому отношусь? Я вообще только что узнал. Ты согласен с этим? Конечно, нет, как можно с этим уважаться. Но... Наверное, это то, что называют самоцензурой. То есть самая жесткая. Ну, не жесткая, а самая такая, я не знаю, как это называть. Даже самоцензура. Самоцензура. Нет, самоцензура — это внутренняя цензура. Да, в данном случае это не. Это же снято было не по инициативе Карпова и. Да, и Светланы Тен. Это было снято по инициативе. Вы меня не поняли. Понял. Говори. Ну, может быть, это я про то, что перестраховка, не знаю, вот что я называю. С их стороны. Да. То есть с их стороны самоцензура. Да. Что-то, что могло, может быть, оно не значит, что оно вызывает какие-то там, не знаю, нежелательные мысли или что-то такое, но может быть прочитано как что-то нежелательное. Вот
То есть это то, что называется перестраховка. Смотри, а ты согласен с тем, что выставка, она коллективная? И что она неделимая, она неделимая. И ты согласен сейчас в поддержку этих авторов снять свои работы, отказаться от участия в этой выставке? Согласен, конечно. Это же, Пожалуйста, это наша работа. А что вы снимаете? Автор отказался от своих работ. Здорово. Вот еще, есть еще автор Фархад Каримов. Да? К вашим работам. Да? Где ваша работа, Фархад? Вот ваша работа. Давайте подойдем. Абсолютно, абсолютно сознательно. Но это такая. Ты еще приготовься. Так. Вот есть еще Ольга Федина. Здравствуйте. Алекс, идемте к вашим работам, пожалуйста. Новые повороты. Автор сознательно сам снял и поставил. В смысле, он проявил солидарность, да? Пока что единственный человек, проявивший солидарность со всеми авторами, которые были против. Которые были против. Которых тоже сняли. Следующий у нас кто? Кто еще у нас здесь? Привет. Фархад, ты не приготовился? Нет, еще нет. Ты согласен с тем, что с цензурой? Ладно, надо найти еще кого-нибудь. Надо вот Ольга, идем к твоим работам. Идем. Ник. Ольга, скажите, пожалуйста, ты согласна с тем, что Дом фотографий самовольно снял работы двух авторов Светланы Тен и Тимура Карпова? Я слышала об этом. Вы согласны с этой позицией? Какой? С позицией Дома фотографий. А она ожидаема. Это нормальное явление. Ага. Оно ненормальное, но это предсказуемо. Я согласна с этим мириться, и я готова была бы поменять свой адрес. На самом деле, интересно наблюдать за тем, в каких случаях цензура будет проявляться, в каких случаях она проявляться не будет, да. Да, спасибо, Гаспар. Вот. А как ты относишься к тому, что вот выставка, она коллективная, но при этом каких-то авторов убирают? То есть, получается, это уже, ну, то есть, никакого не формата здесь уже нет. То есть, получается, все подвержены. Это же не была позиция Дома фотографии не формата, это название этой выставки, название группа. Объединение вот этих авторов, которые но здесь. Но Дом фотографии не подписывался под это название. Почему же? Он не говорил, что Дом фотографии не говорит, что, например, Они дали разрешение на проведение выставки, и в последний момент они отказались от своих же собственных слов. Ладно, я о другом. А ты, раз это коллективная выставка, ты готова поддержать авторов, которые попали под цензуру? Да, я готова поддержать, ты можешь связать свою работу, я просто отношусь к этому безразличием. Все, хорошо. Держи, пожалуйста, свою работу. Но я с тобой не согласна. Неужели такие вещи? Ты согласна с тем, что... Ну это она согласна, а мы? Чего-то не поняла. Фархад, скажи, пожалуйста, ты считаешь, что твои фотографии должны здесь быть, и то есть не поддерживаешь цензуру Дома фотографии? Я не поддерживаю цензуру Дома фотографии, но я считаю, что столько мы готовились, я сказал все своим знакомым, да, друзьям, и сейчас делать это как бы знак не это уважение просто к твоим друзьям. Моим знакомым, да. Друзьям. А ты считаешь, что фотографии и Академия художеств сейчас уважают тебя и твоих коллег в этой коллективной выставке, вот, из которой их исключили? Я думаю, что дело здесь не в доме фотографии. Нет, здесь как бы все как бы
это глубже дело. И ведь сейчас я просто эту тему я просто не буду обсуждать, но все стрелки валить на дом фотографии, да, академию это, художеств еще пришлось. Да, это, ну, это слишком все нормально. Поверхностный. А, Фархад, вы понимаете, что здесь, то, что вы сейчас говорите, все, это войдет в века? Я все это останется на сайте. Отлично, понимаю. Отлично. И у меня есть свои, так сказать, мозги, и я их буду... Все, спасибо большое. Использовать, да. Хамдам, вот скажите, вы знаете, что сейчас сняли выставку работы двух авторов, и еще двух авторов заклеили текст к работам. Как вы вообще относитесь к этой цензуре? То есть у вас было заявление? А вы же знаете, что писалось письмо, и Мальнур, он одобрял все эти вопросы. Ну, никому не известно. Вот вы сейчас участвуете в этой групповой выставке. Вы согласны с тем, что ваши коллеги попали под вот эти, ну, назовем эти репрессивные какие-то меры? Вы поддерживаете все это? Вы хотели бы сейчас снять свои работы в знак того, что своей поддержки этих авторов? Ну, давайте, решайтесь, вы поддерживаете этих авторов или своих коллег, или вы все же поддерживаете... Тимур, не дави. Простите, я не хочу на вас давить, да. Или вы все же поддерживаете... Я до конца. А, вы завершили с тобой решили. Ну, вам тогда решать. То есть мы посмотрим, будут ли висеть эти фотографии здесь, или они снимутся сами. Я могу вам помочь их срезать. Серьезно, если вы хотите, если вы поддерживаете, то... Ну, здесь же, понимаете, дело не в ваших работах, а дело в том, в вашей поддержке, в вашем отношении к тому фотографии, к Академии художеств, к своим же коллегам. Мы сейчас не говорим, да, мы сейчас хотим прекратить на фотографии за то, что он несправедливо относится и Академия художеств к нам, потому что они несправедливо относятся к авторам. И слава богу, но без нас. Нас уже здесь больше не будет, вы правильно сказали. Да. Вы правильно сказали? Потому что если мы, то другие будут выставлять. Это уже не важно, в каком качестве. Совершенно верно. То есть вы поддерживаете все. Как белые вороны, я не хочу просто. Если у меня были. А где сейчас большинство? За кем? В работе я бы с удовольствием. Если сняли, я уже ничего не могу представить. Но я понял вашу позицию. Мы оставляем эти работы, пускай висят. Спасибо. Я недолго не буду висеть, потому что. И до вас дойдет время. Да, можно. И вас снимут.